Празднование Дня Великой Победы в Волокольском районе началось с возложения цветов памятнику воинов, павших во имя свободы. На поля сражений Великой Отечественной войны из Волокольского района отправилось свыше 16 тысяч бойцов. Более 7 тысяч из них погибли. Память безвозвратно ушедших земляков почтили минутой молчания. Сегодняшний праздник в районе встречают лишь 7 фронтовиков. Всем ветеранам в 70-ю годовщину Победы было присвоено звание почетных граждан Волокольского района. Имя каждого из них навсегда вписано в книгу славы родного края, подчеркнул в своем выступлении аким района Алибек Жаханбаев. Я был командир отделения танкового пулемета. Я благодарность товарища Сталина получил. 4 горы забрал. Вот все там прослужил на Дальнем Востоке. Демобилизовался в 51-м году. Приехал, здесь работал. Навечно в нашей памяти. С таким девизом по городу Ушарал прошел бессмертный батальон. В шествии приняло участие более 500 человек с фотографиями своих героических отцов и дедов. Сегодня День Победы. В бессмертном батальоне участвует незримо и мой отец. На фотографии, в памяти моей, в памяти всех родственников, желаю всем участникам этого шествия, всем жителям нашей страны, всем гражданам мира, покоя, благополучия, чтобы у каждого была историческая память, чтобы корни нашей победы, чтобы истоки нашей победы были всегда с нами. Если из 17 тысяч на сегодняшний день всего лишь живые остались ветераны в нашем районе, 7 человек, но есть поколение, которое будет беречь и приумножать подвиги наших отцов. Поэтому бессмертный батальон будет вечным. С праздником, дорогие земляки! Продолжили праздничное мероприятие «Песни военных лет». А 6 воинских частей Ушаральского гарнизона специально для ветеранов подготовили не только красочное театрализованное представление, но и традиционную солдатскую кашу. Дина Буранбаева, Данияр Болуспекулы, Жай Курманбаев, телеканал ЖТСУ, Волокольский район.